27 апреля 1945 года. В течение 27 апреля юго-западнее города Пиллау войска 3-го Белорусского фронта продвинулись вперед до 10 километров. Взяли в плен более 3000 немецких солдат и офицеров. Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и соединились в центре Германии в районе города Торгау. Тем самым немецкие войска, находящиеся в Северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах Германии. За 27 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 170 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 41 самолет противника.